Здравствуйте! В эфире «Азбука здоровья». С вами в студии Ольга Калинина. Наступает долгожданная пора отпусков. И уже сегодня стоит решить, какой отдых выбрать. Санаторно-курортное лечение – это отличный способ совместить приятное с полезным и отдохнуть и поправить свое здоровье. В этом выпуске программы мы расскажем о санатории «Волжская здравница». На берегу Волги, в тихом живописном месте Волгограда, расположился один из лучших санаториев нашего региона – Волжская здравница. Основные направления деятельности этого медицинского учреждения – профилактика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, а также сердечно-сосудистой, эндокринной, мочевыводящей, нервной и репродуктивной систем. Лечим мы, конечно, естественно, физиотерапевтическим методом лечения. Физиотерапия – это естественный метод лечения, это то, что дала нам матушка природа. Ну, как бы человек взял и, скажем, воспроизвел это все вот таким образом, что мы можем лечить этим. Одно из уникальных методов лечения, применяемых в санатории «Волжская здравница» – грязи озера Эльтон. Грязь обладает противовоспалительными свойствами. Она снимает болевой синдром, снимает воспаление, оказывает мягкое действие на суставы. Еще грязь очень хорошо и плодотворно влияет при женской половой сфере, заболеваниях женской половой сферы. Кроме этого, комплексное воздействие на организм оказывает водолечение. Подводный душ-массаж, бешефитовые, селеновые, йодобромные, радоновые ванны отлично помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожных заболеваниях. Также в санатории вы можете пройти курс электро-, лазера- и магнитотерапии. Еще в далеком прошлом люди знали, как важно чистить кишечник. Мониторная очистка кишечника эффективно выводит из организма шлаки и токсины, облегчает состояние при аллергиях, обладает глистогонным эффектом и, в общем, улучшает самочувствие пациента. Я уже третий раз приезжаю, первый раз в 2014 году, потом вот в 2016, и вот в этот раз. Очень нравится, все нравится, лечение, обслуживание, очень хорошее питание, отношение к людям. Пройти лечение в Волжской здравнице могут не только взрослые, но и дети. Особенной популярностью пользуется так называемая галокамера или соляная шахта. Уникально чем? Тем, что наша галокамера, соль, которая в этой галокамере, она насыщена теми микро- и макроэлементами, которые необходимы для нашей жизнедеятельности. Она повышает очень хорошо иммунную систему. Она хорошо работает при заболеваниях лор-органов. Она гипоаллергенна, то бишь, если люди склонны к аллергическим реакциям, сезонным полинозам, после прохождения галокамеры у них улучшается качество жизни. География пациентов санатория «Волжская здравница» обширна. За эффективным лечением и грамотным советом специалистов сюда приезжают не только со всей Волгоградской области, но и из других городов страны. Ваше пребывание в санатории пройдет в комфортных номерах с четырехразовым сбалансированным питанием. «Волжская здравница» является, по сути, уникальным санаторием в своем роде за счет своей локализации. Находится она в городе Волгограде, в 30 минутах езды от центра города, что позволяет жителям Волгограда, которые у нас здесь отдыхают, воспользоваться как санаторно-курортным лечением, так и курсовым лечением, фактически без отрыва от семьи, без отрыва от работы. Для жителей других областей, Волгоградской области и смежных областей, плюс в том, что мы находимся в городе, это то, что можно посещать театры, музеи, мы можем организовать экскурсии по различным местам силы, историческим местам, возить на родину, на парк «Родина-мать», панорамы и так далее, организовывать все эти туристические мероприятия. Почему ездят к нам в Волжскую здравницу? Я могу сказать точно. Первое, потому что людям наше лечение помогает. Второе, потому что людей лечат профессионалы. И третье, что люди чувствуют, что мы к каждому пациенту относимся к заботе. Именно поэтому люди нас уважают и любят, а мы любим их.
Это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. Берегите себя и всегда будьте здоровы. До встречи!